то, что вы сегодня делаете, это очень большое дело. Почему? Потому что вы же понимаете, что на сегодняшний день государство не в состоянии профинансировать все, что нам нужно. Все, что сегодня от души, и понимаете, дети выздоравливают тогда быстрее. Вот, поэтому спасибо вам большое. Значит, я очень надеюсь, что мы и в дальнейшем будем сотрудничать. Мы своим примером хотели бы привлечь другие организации, другие предприятия для оказания такой помощи нашим деткам, деткам нашей страны. Ну и со своей стороны будем продолжать наше с вами сотрудничество. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Это мероприятие у нас не разовое, мы его проводим и посвящаем Дню Святого Николая. Николай, как известно, покровитель деточек, и мы хотим приурочили эту поездку снова сюда, к этому празднику. Здесь детки нуждаются в памперсах, в средствах гигиены. Также мы собрали бытовую химию, чтобы работники этого заведения могли ухаживать за деточками, чтобы все было чисто и гигиенично.